Организаторы Универсиады 2017, которая пройдет этой зимой в Алматы, сообщили, что теперь билеты на соревнования можно купить и в столице. Ожидается, что в международных студенческих играх примут участие команды из 57 стран. Уникальность реализации билетов состоит в том, что впервые в Казахстане в единой системе продаются билеты сразу на 119 мероприятий, проходящих на 8 спортивных объектах. Интерес к универсиаде растет день ото дня. Это доказывают продажи билетов. Организаторы делают все возможное, чтобы у каждого, кто желает побывать на зимних студенческих играх, была возможность приобрести билет. Сегодня мы рады сообщить, что продажи также начались в Астане активно. В Астане у нас на сегодняшний день подключено 9 касс. И в Астане работают сейчас 3 билетных оператора. Организованы продажи и в других городах страны. Первым из них стал Алматы. Здесь кассы работают уже 3 недели. В оргкомитете говорят, что порой у касс образуется даже небольшая очередь. Продано уже 1500 билетов. 60% из них люди купили в кассах, 40% продано через онлайн-сервисы. Я решила купить билет на универсиаду, прямо не выходя с работы. Зашла на официальный сайт универсиады, в раздел «Билеты». Единственное, что нужно сделать, это зарегистрироваться. Регистрация самая элементарная, как и на всех сайтах. И в разделе «Билеты», пожалуйста, расписание всех состязаний. Правда, почему-то онлайн пока на церемонию открытия и закрытия билеты не продаются. Ну что ж, схожу, например, на финал фигурного катания. Выбираем, сразу же открывается схема Ледового дворца. И здесь, пожалуйста, можно выбрать и по цене, и по расположению удобное вам место. Оплата производится несколькими вариантами, через терминалы, через карты. Так что в течение часа вы должны оплатить, и билет у вас в руках. Общее число билетов на все состязания – порядка 30 тысяч. Организаторы рассчитывают выручить за них около 200 миллионов тенге. Ожидаются очень сильные команды из России, Канады и других стран, а потому, уверены в оргкомитете, билеты не залежатся в кассах. Кстати, покупать их начали уже и иностранцы. Через интернет забронировать себе место на трибуне можно из любой точки мира. Татьяна Напольская, Сержан Джумабаев, Айдар Абдешев, Алматы, Хабар 24.